Здравствуйте, с вами компания «Электромотор». Сегодняшний видеообзор посвящается автомобильному аккумулятору торговой марки «Оберон» «Евростандарт» на 100 ампер-часов. Сейчас мы детальнее рассмотрим его вблизи. Компания «Электромотор». Итак, серия «Евростандарт» у нас выполнена в черненьком корпусе. Крепления европейские, как видите, внизу. На передней панели у нас наклейка яркая. У нас написана технология, по которой изготовлен аккумулятор. Это гибридная технология. Написан его производитель. Это торговая марка «Оберон», бренд «Оберон», делает «ИСТА». Завод «ИСТА» — это Украина. 6СТ-100А1, 100 ампер-часов, 12 вольт, пусковой ток составляет 800 ампер. То есть максимальный, то есть вес написан какой у аккумулятора, 24,5 килограмма у сотки. Так, удобная ручка черного цвета. На передней панели у нас есть дата производства выбита. Обязательно обращайте внимание при выборе аккумулятора на дату производства. Чем свежее аккумулятор, тем длительнее у него срок службы. Также обращайте внимание на габаритные размеры, на его емкость, пусковой ток. Чем больше пусковой ток, тем быстрее прослужит аккумулятор в зимний период времени. По клеммам. Клеммы у нас защищены специальными крышечками. Как определить полярность? Чтобы определить полярность, нужно посмотреть на аккумулятор клеммами ближе к себе. Клеммами ближе к себе мы видим плюс с правой стороны. Плюс с правой стороны говорит о том, что полярность обратная. Клеммы, крышечки снимаются, то есть при установке они снимаются. Удобная ручка для переноса, глазик. Что есть особенностью данного аккумулятора, что у него есть глазик. Сейчас на данный момент, как видите, глазик у нас зеленый. Это говорит о том, что аккумулятор полностью залит, заряжен. Окей. Готов приступить к работе. Также на верхней панели есть такая же яркая наклейка. Как видите, уже написано, что это ИСТА, что это делает завод ИСТА, это Украина. Штрих-код, даже QR-код есть. И все параметры, также, которые сбоку у нас, также и сверху. Что еще отметим? Что сейчас аккумулятор полностью залит, заряжен. У него максимум залит электролит. Вот есть уровень, по которому можно его измерить. К чему ведем? То, что аккумулятор обслуживаемый. Вот здесь вот на передней панели, на верхней панели есть наклейка, которую можно снять. Там вы обнаружите пробочки. Вот такие вот пробочки, с помощью которых вы сможете узнать уровень электролита. Видите, вот тут минимум, максимум. Сейчас оно залито полностью, пластины покрыты электролитом. Сможете уточнить его плотность, уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду, дабы продлить срок службы аккумулятора. Гарантия на аккумуляторы торговой марки «Оберон» составляет у нас 2 года. У серии «Оберон» существуют разные серии, то есть «Евростандарт», «Престиж» и «Престиж Трак». «Престиж Трак» – это автомобильные грузовые аккумуляторы. По цене, помните, что на сайте у нас цена указана рекомендованная розничная. Для подписчиков нашего канала существуют дополнительные скидки. Промокод. С помощью промокода вы сможете получить гарантированную скидку до 10%. Промокод «Мотор». Заходите на наш сайт, оформляете заказ, вводите промокод «Мотор» и получаете скидочку. Звоните по номеру телефона 5300-38.